В Самарской области с двухдневным рабочим визитом находится полпред президента ПФО Игорь Комаров. Сегодня в правительстве он совместно с губернатором провел совещание по выполнению в регионе майского указа главы государства. Напомню, оно касалось нацпроектов. По мнению экспертов, они впервые затрагивают все сферы жизни и помогут регионам решить в том числе закоренелые проблемы. Так, в Самарской области полностью не ликвидирована очередь в детские сады от 3 до 7 лет. Необходимо открытие ясельных групп. Нужно разобраться и с аварийным жильем, выявленным после 2012 года. Поставить точку в теме обманутых дольщиков. С ними сейчас идет планомерная работа. Стоит задача и повысить качество образования. Предстоит решить ряд вопросов в отрасли здравоохранения. Вся основная подготовительная работа на региональном уровне должна быть завершена до конца этого года. Основная цель сегодняшнего совещания – заключается в определении готовности региона к выполнению поставленных главой государства масштабных задач, а также выявление основных возникающих при этом проблем и поиск путей их решения. Цель нацпроектов – совершить настоящий рывок в развитии, а значит, необходимо определить болевые точки. То есть надо понимать ситуацию без прикрас, даже если официальные показатели региона от этого станут хуже. Так, например, в Самарской области было зафиксировано увеличение смертности по причине сердечно-сосудистых заболеваний. С января по сентябрь 2018 выше на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это не фактический рост, это реальная картина в регионе, которая была и в предыдущие годы. Считаем, что никакой необходимости лакировать действительность нету. Мы для принятия управленческих решений должны оперировать объективной информацией, поэтому ревизия была проведена по всем направлениям деятельности. Напомню, всего будет в стране реализовано 12 нацпроектов. Во все регионы уже подали заявки на участие. По 6 из них готовы паспорта, создан проектный офис. В высокой степени готовности мы увидели работу, и не только в отношении организационной стадии. Понятно, что определены ответственности, и очень четко здесь Дмитрий Игоревич определил, кто за что отвечает. Эта работа видна, что хорошо организована, но и достаточно серьезной проработкой и понимания, что необходимо для реализации задач, которые поставлены по основным 12 направлениям. Как отметил Дмитрий Азаров, участие в нацпроектах для региона вопрос принципиальный. Сейчас необходимо проработать каждую деталь и обосновать предложение по развитию. Напомню, за 6 лет на реализацию нацпроектов будет выделено порядка 28 триллионов рублей. Часть средств – это региональное софинансирование. И вопрос выделения средств в Самарской области уже предусмотрели. Благодаря колоссально беспрецедентным средствам, которые направляются сегодня федеральным бюджетом, главой государства на реализацию национальных проектов, мы можем добиться значительного улучшения по многим и многим показателям, как развитие экономики региона, что, конечно же, очень важно, увеличение уровня благосостояния граждан, проживающих на территории Самарской области, но и повышение комфортности проживания.